конец августа месяца, и как раз время поговорить о яблоках. Помните, весной я вам рассказывала и показывала цветущую дикую яблоню? Ну а теперь смотрите плоды, правда, немножко в другом месте. Яблонь у нас, как я говорила, повсеместно очень много. И вот они, какие плоды. Значит, в плодах яблок содержится витамин А, то есть каротин, провитамин А, витамины группы В, С. Ну, вот такие вот полезные яблоки. Много кальция, железа, фосфора. И вот, знаете, если такое яблочко разрезать, то оно быстро будет ржаветь. То есть ржавчина – это и есть проявление того, что в яблоке есть железо, полезное, конечно же, для организма человека. Поэтому ешьте яблоки, варите варенье. Вот эти вот именно яблоки, и у кого есть на дачах свои домашние яблоки, гораздо полезнее, чем те яблоки, которые мы покупаем в магазинах, особенно зимой. В них содержание витаминов очень низкое, а здесь высокое, хорошее содержание витаминов. Вот такие у нас яблоки. Много в нашей купальне растет и терна. Вот такой у нас терн, видите, такие как бы меленькие сливы, да, синенькие. Вот конец августа они как раз начинают созревать. Очень полезные плоды, можно варить варенье с них. Я люблю делать кемали, очень вкусная, пряность добавляю, и очень вкусная получается приправка. Много витаминов, конечно, в терне есть, и витамин С, и витамины группы В, и много разных микроэлементов. Так что терн тоже употребляйте в пищу. Очень полезный. Вот красивое какое деревце. Такие деревья у нас покупал немного. Хорошо, хорошая у них урожайность каждый год. Вот. Есть у нас в купальне еще и желтые сливы. Посмотрите, какие красивые. Они продолговатые, крупные, гораздо крупнее, чем терн, но это все-таки слива. Мясистые, сладкие, вкусные. Когда-то варила с них варенье, вот такая, видите, какая хорошенькая слива. И очень вкусное из них варенье получается. Вот, богата наша купальня разными ягодами и фруктами.